Всем привет. Итак, был заморозок. Да, ледик у нас тут совсем за два раза пробился. Но все-таки он нас держит. Пока не хрустит. Но неизвестно, что лучше. Можно булькнуть. Очень тонкий лед. Ну, в принципе, я сильно ударил, за раз не пробивается. Один рыбачок у нас лазит. Приезжали еще четыре, решили поехать назад. В общем, ледок, в принципе, держится. Чуть-чуть укрепился заморозками. Ну, сейчас морозец и днем вроде, но можно сказать, что это заморозки. Так, непонятно, что будет в обед, то ли плюс, то ли минус. Вот, пробился за три раза. Ну, тут видно, в принципе, что глубина, вот трещина, глубина сантиметров 5. Да, сантиметров 5, наверное, не больше. Ну, держит уверенно, так что можно тусить на льду. Так что сезон продолжается за счет этих морозов. Ну, при выходе.